Ну и сначала обо всем по порядку. В ЦИКе официально зарегистрировали депутата 8-го созыва Мажилиса парламента. Народным избранникам вручили удостоверения и нагрудные знаки. Председатель Центра избиркома Нурлан Абдиров заявил, что внеочередные выборы депутата завершат большой общегосударственный избирательный цикл. В результате этого электорального процесса количество представителей политических партий в парламенте увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими выборами. В результате последних выборов количество представителей политических партий в парламенте увеличилось с 3 до 6. 29 депутатов представляют интересы избирателей регионов. Поздравляю с тем, что вы стали народными избранниками. Вам предстоит заниматься законотворчеством в парламенте в условиях его многопартийности. А вот за какие первоочередные запросы, вопросы и проблемы возьмутся новоиспеченные слуги народа, мы попробуем спрогнозировать вместе с экспертами в нашем ток-шоу «Итоги». Не пропустите сразу же после этого выпуска новостей.